С праздником Рождества Христова, дорогие друзья! В праздник Рождества мы будем вспоминать волхвов, которые принесли подарки младенцу Христу – золото, ладан и смирну. В этой передаче мы будем говорить об этикете подарка, как подарок дарить и как подарок принимать, и каковы особенности этого самого дарения. Смотрите нас 7 января в Рождество на телеканале «Самара ГИС».